Первобытные люди, жившие вдоль берегов рек и по берегам морей и озер, научились ловить рыбу помимо других видов охоты. Рыба была вкусной и ценной пищей для первобытных людей, которую они ловили голыми руками. Археологические данные показывают, что в эпоху неолита люди создали гарпуны, удочки и рыбацкие приманки из камня, дерева, кости и шишек. Кроме того, 3000 лет до нашей эры китайцы стали разводить кефаль в бассейнах, заполненных морской подсоленной водой. Римляне, как известно, разводили карпа и кефаль в пресных прудах. Первыми письменными упоминаниями о рыболовстве были древние египетские надписи, датируемые 2000 годом до нашей эры. В них упоминается, что египетские рыбаки использовали сети. Известно, что китайские рыбаки использовали лед, который собрали в замерзших озерах, реках и прудах для хранения рыбы. В Европе охлаждение свежевыловленной рыбы для продления срока хранения было изобретено в 18 веке, когда рыбу стали доставлять из Шотландии в Англию по морю. В конце 19 века механически производимый лед на рыбацкой лодке в корне изменил жизнь рыбаков. Среди развитых систем ничего не было так полезно, как лед, используемый для охлаждения рыбы. Рыба богата питательными веществами, отличный источник пищи для рациона человека. Наличие большого содержания белка и полиненасыщенных жирных кислот удовлетворяет основные потребности организма в питательных веществах и хорошо воздействует на физиологию человека и его метаболические функции с точки зрения здорового образа жизни, а также предотвращает многие заболевания. Рыба содержит 18-20% белка и является богатым источником витаминов А, Д и В. В ней много фосфора, железа, селена, йода, кальция, и рыба является основным источником омега-3. Рыбная ловля и рыбная промышленность являются очень важным источником дохода для сотен тысяч людей по всему миру. Мировое потребление рыбы достигло сегодня 170 миллионов тонн. Из них 95 миллионов приходится на рыболовство, и 75 миллионов тонн выводят путем селекции. Для сравнения, в 1970-х годах в мире потребляли 60 миллионов тонн, из них 57 миллионов тонн рыболовством и 3 миллиона тонн путем селекции. Как следствие динамичного роста рыб, мировой спрос на душу населения достиг рекордного значения – 20 килограмм. Благодаря правительственным субсидиям Китай находится на лидирующих позициях с производством 50 миллионов тонн. В основном это производство карповых. Другими основными странами-производителями являются Индия, Вьетнам, Бангладеш и США. В рыбной торговле ценны 4 вида – тунец, омары, креветки и головоногие. Общий объем мирового производства рыбы составляет 170 миллионов тонн, из которых 70 миллионов тонн свежей рыбы, замороженной 45 миллионов тонн, 20 миллионов тонн консервов и 17 миллионов тонн сушеной, соленой и копченой. Европейский Союз однозначно является крупнейшим рынком импорта. В 2014 и 2015 годах вслед за США и Японией. Рыбная промышленность – базовая отрасль для получения дохода, занятости, продовольственной безопасности, питания и валютных поступлений для многих развивающихся стран. Экспорт рыболовной продукции развивающихся стран в 2014 году составил 80 миллиардов долларов. Предполагается, что в 2025 году общий объем мирового производства рыбы составит 196 миллионов тонн.
Причиной этого увеличения является рост доходов, урбанизация, улучшение возможностей хранения и распределения средств. В 2025 году азиатские страны составят 89% от общего мирового производства, сохраняя свою позицию среди крупнейших производителей. Подсчитано, что другой существенный рост произойдет в странах Латинской Америки, в частности в Бразилии, наряду с Китаем. Доставить рыбу из воды до потребителя без ухудшения качества можно только путем быстрого охлаждения. Наиболее практичный и традиционный способ – это покрытие рыбы льдом. Рыба должна храниться во льду от момента обработки до поставки ее в магазины. Куски льда обеспечивают наиболее идеальную защиту за счет минимизации потерь воды у рыбы, которая имеет чувствительную кожу. Процесс замораживания морепродуктов, чтобы продлить их срок хранения, играет решающую роль в борьбе с патогенами пищевого происхождения. На самом деле морепродукты при температуре минус 35 градусов Цельсия будут храниться в течение длительного времени. Затем замороженные морепродукты упаковываются и маркируются. Меченые продукты хранятся в замороженном, складских помещениях при температуре минус 18 градусов Цельсия. Быстрый рост населения, экстремальные и бессознательные рыбалки, экологические неблагоприятные факторы привели к быстрому сокращению природных рыбных ресурсов в мире, и даже есть риск исчезновения некоторых видов. Отсюда понятно, что снижение естественных запасов рыбы может быть покрыто за счет увеличения разведения. Потребление селективно выращенной рыбы в 1970 году было только 5%, но этот показатель сейчас достиг 40%, и в 2050 году достигнет 60%. Сейчас невозможно для нас употреблять рыбу в пищу, не выращивая ее. Мы надеемся, что наше производство рыбы позволит снизить давление на природные популяции рыб в морях. Давайте не забывать, что жизнь началась в море, и мы все на одном корабле.